Здравствуйте, уважаемые любители активного отдыха в своем саду и огороде. Сегодня я хочу рассказать вам о пиле фирмы Дубаи. Это итальянская марка, обрезная садовая пила. Пила используется для обрезки сухих веток или веток живых. Почему это возможно? Обычно пилой живые ветки вы не опилите. Здесь специальные зубья, заточка каждого зуба трехсторонняя. Заклины зубья пилы до 66-67 единиц. Пила гибкая и упругая, достаточно тонкая, что обеспечивает чистый срез, что важно, когда вы обрезаете ветки живого дерева. Шаг зубьев пилы 7,5 зубов на 3 сантиметра. Это такой универсальный шаг зубопилы. И вы можете этой пилой обрезать как сухие ветки, так и ветки живого растения. Срез получается чистый. Это важно для того, чтобы растения не поражались грибком и так далее. Пила имеет металлическую ручку, изогнутую. После работы ее удобно повесить на ветку, на сук дерева. Вы никогда ее не потеряете в своем саду или огороде, благодаря тому, что ручка такого яркого красного цвета. Пила тонкая, очень упругая. И в сочетании с остроотточенными зубьями это все позволяет ей легко справляться с достаточно большими ветками. Следующая пила, которую я хочу рассказать. Это также пила фирмы Дубаи. Обрезная пила. Она поставляется в комплекте с пластиковым чехлом. Пластиковый чехол удобно переносить. Его можно одевать на ремень. Пила имеет такой же шаг зуба, как и предыдущая. Отличие в том, что ручка здесь обрезиненная, эргономичная ручка. И пила эта может фиксироваться в трех положениях. Положение 1, положение 2, положение 3. Что позволит вам в различных неудобных местах спокойно заниматься обрезкой. И еще одна пила марки Дубаи, которая также комплектуется пластиковым чехлом, имеет эргономичную ручку. Она зафиксирована в одном положении. И, соответственно, длина полотна здесь поменьше, для более тонких веток и сучьев. Обратите внимание, что пила зафиксирована двумя болтами. Болты откручиваются, снимается полотно, и полотно можно заменить. Почему я говорю о замене полотна? Обрезные пилы, хорошие обрезные пилы делаются из углеродистой стали. Для того, чтобы можно было очень и очень сильно закалить зубья пилы. И в домашних условиях вы не сможете заточить эту пилу. То есть, по сути, это полотно является одноразовым. И оно требует замены после нескольких лет работы. Это зависит от интенсивности работы пилой. Но по факту не менее 5 лет вы будете пользоваться пилой. И она будет постоянно острая. Я рассказал вам про три пилы из линейки Дубаи. И если вы обратили внимание, все эти три пилы имели прямое лезвие. Не изогнутое лезвие. Прямым лезвием удобно работать на уровне до плеча. Если вы делаете обрезку выше плеча, удобнее пользоваться пилами полукруглыми. Чтобы купить обрезную пилу в нашем интернет-магазине, вы можете пройти по ссылочке ниже и заказать этот товар, а также получить необходимую консультацию по наличию и возможностям наших обрезных пил. Всего доброго, покупайте лучше.